Вольга Шпілєвская завітала на телерадиокомпанию «Могилёв». Директор представництва междержавной телерадиокомпании «Мир» отказала на все пытания, что цікавілі журналистов. Пытания были разные, але объединяло их одно – сучасная повестка о информационном просторе. Обмерковали такие темы, как хуткость и докладность информации, роль молодого журналиста, обмен опытом региональных сродков массовой информации. Мы как раз вернулись к тому, на что мы не обращали в определенный момент внимания. То есть мы много внимания уделяли развитию республиканских средств массовой информации. И как-то районные, региональные средства массовой информации развивались, но это был такой процесс вялотекущий, скажем так. А сегодня становится понятно, что это те люди, которые стоят вот эта первая ступенька, которая формирует общественное мнение. И для того, чтобы это общественное мнение было подготовлено к потреблению информации уже на республиканском уровне, ее нужно правильно подать и правильно сформировать на уровне местном. Были пытания до гостей, как до лидера Белорусского союза женщин. Как означила Вольга Шпілєвская, мэты деятельности специалистов сродков массовой информации и громадского объединения сугучная. Это захование национальных традиций, миру и стабильности в громадстве, рост добробыту державы в целом и ее громадян у приватности. Виталина Петрусевич, Виталь Вопсю, новина региона.